привет! Сегодня буду собирать пасхальный кулич. Для работы мне понадобятся модули оранжевого цвета, белого и несколько модулей разноцветных. Так, модули, размер модуля 32 часть от листика А4. Собираться все будет легко и просто. Нужно нам из оранжевых модулей собрать 10 рядов по 30 штучек. А потом уже нужны будут белые модули. Собираем, как на лебеде собирали. Значит, первый ряд у нас будет на нас смотреть коротким носиком. Самый первый ряд. Вот так вот. И закрепляем длинным носиком. По 30 модулей, 10 рядов. Итак, я вывернула нашу подделку, так как показано на видео, и продолжаю наращивать вверх до 10 рядов. We'll be right back.
я сделала с оранжевого цвета 10 рядов по 30 модулей. Начала уже белый цвет насаживать на поделку. И потихоньку, через несколько белых модулей, я вставляю разноцветные модули. Они будут служить нам посыпкой. Белые модули я насаживаю немножко под углом, немного внутрь, чтобы было плоское здесь. Вот такая вот пасочка у меня получилась. Понравилось видео? Ставь класс, пиши комментарии. Всем пока!